Здравствуйте, с вами Анна и мой канал Фишки-Солишки. Сегодня у меня снова распаковка с AliExpress. С Wildberries мне тоже пришли товары, но они требуют тестирования, чтобы вам показать их в полном объеме. Поэтому думаю, что где-то, наверное, через недельку будет распаковка с Wildberries. Ну а сегодня с AliExpress то, что я заказывала год, больше года, полгода назад и все вам снимала. Ну а теперь я готова вам все это показать, рассказать, как работает и хорошие ли это вещи. Ну что, давайте приступим к распаковке. Все ссылочки вы, как обычно, найдете в описании под видео. Открывает нашу распаковку вот такая красивая посылочка. Это муж сделал мне подарок, как будто бы на день рождения. Сейчас не помню, Новый год и день рождения у меня очень близко, но вроде на день рождения. Это Romus Powerbank на 60 тысяч мАч. Большой объем, он тяжелый, очень красиво упакован. Здесь есть все характеристики. Кому интересно, поставьте на паузу и почитайте. Ну, а мы с вами откроем и посмотрим, что же это за зверь такой. Пауэрбанки такого объема, конечно же, не носят с собой. Это не мобильный вариант, а скорее стационарный. И мне он нужен для дачи. Там часто выключается свет. И вот как резервное хранилище электричества для наших телефонов и прочих гаджетов, он, конечно же, будет очень удобен. Я его заряжаю, и он у меня все время там находится. Здесь есть инструкция, и вот посмотрите, шнурочек-то микро-USB, что очень странно, уже везде Type-C, как-то даже прямо стыдно, мне кажется, уже с микро-USB-то. Ну вот, собственно, и сам Powerbank. Посмотрите, какой он огромный кирпич, 60 тысяч мАч, 225 Вт. Здесь же мы видим кнопку «включить-выключить». Здесь у нас есть небольшой дисплей, на котором мы видим процент заряда пауэрбанка и еще другую информацию, чуть позже покажу. В общем-то, фирма Romus, и здесь входы 3 USB, как я понимаю, есть и быстрая зарядка, есть Type-C на выход. Все это работает, то есть здесь вы можете заряжаться. И вот эти две, Type-C и Micro-USB, для зарядки самого пауэрбанка. Вы меня часто спрашиваете, какой пауэрбанк лучше купить на Али. Вот я вам хочу сказать, что фирма Romus пользуется популярностью. Действительно хорошие, надежные пауэрбанки. Поэтому можете, я думаю, смело брать. У них есть разные варианты, в том числе и мини, и всякие маленькие, которые можно с собой возить. Ну вот давайте проверим сейчас, работает ли он вообще. Да, он работает. И обратите внимание, я подключила его к Type-C на выход. Здесь у нас, посмотрите, мы видим и амперы, и вольты, и, в общем, всю информацию, какую может нам предоставить этот пауэрбанк. Все это на дисплее, нажимаю вот эту вот кнопку сбоку, которая включить и выключить. И вот у нас с вами все заряжается. Очень классный, никаких нареканий, работает до сих пор, никаких проблем. Я, конечно, им не часто пользуюсь, он как резервный источник, я уже говорила, но никаких проблем с ним никогда не возникало. У этой же фирмы я, кстати, видела прям огромные, ну не знаю, наверное, уже это не пауэрбанки, а даже какие-то как типа генераторы. И там есть для розеток, то есть вилка, чтобы воткнуть, и, естественно, всякие входы, и большой объем, емкость его. Тоже классная штука. Я вот тоже подумывала купить для дачи, чтобы можно было, например, и электроприборы подключить, если вдруг вырубили свет. Ну, если куплю, обязательно вам покажу. Ну, а здесь я вам показываю, как он заряжает, да, и от Type-C на выход. Так что вещь хорошая. Кому нужно, берите. Сам он не очень большой, посмотрите, не больше телефона, но толстенький такой и увесистый. Ну, весит, наверное, килограмма полтора, я думаю. А следующая посылка – это уже мой подарок мужу на день рождения.
Я ему решила все-таки подарить смарт-часы. Он говорит, что он не может носить часы, потому что он их все время разбивает. Но я таки рискнула. Купила от фирмы Honor. Да, еще раз повторяю, Honor, правильно говорить, а не Honor. У нас телефоны этой фирмы, ну и я подумала, что логичнее будет взять и смарт-часы той же фирмы. Вот они, собственно, такие, а в коробочке у нас, я пыталась вынуть вот эти две коробочки, они там приклеены плотно, так что достаем вот так. Здесь у нас есть инструкция, как заряжать, как ими пользуются, QR-код. В общем, вся интересная информация, конечно же, на английском языке. Здесь какие-то наклеечки, а с другой стороны, здесь ничего больше не отклеивается. С другой стороны, только шнурочек зарядный, и это вот, ну, таблетка, наверное, как ее назвать. Вот такая зарядная таблетка. Забегая вперед, скажу, что она не очень удобная, потому что все время сваливается, она как-то плохо примагничивается. Если у меня мои Apple Watch намертво присоединяется, то здесь она отваливается. Но, правда, они заряжаются быстро и долго держат заряд. Мне хватает на сутки, мужу хватает на неделю. Выглядят они симпатично, немного вытянутой формы, не квадратные. Они защищены от влаги. Достаточно, вроде как даже в них и плавать можно. Вот мы их включаем, находим русский язык, переводим на русский язык. И здесь уже находим QR-код, с помощью которого мы его можем к телефону, к нашему подключить. И вообще он подключается по Bluetooth. Это я вам сейчас тоже покажу. Вот так вот мы сканируем камерой. Ну и здесь у нас вся вылезает информация. И вот так по Bluetooth мы их коннектим, сопрягаем. Единственное, что неудобно, если Bluetooth вы отключаете, то у вас отключаются и часы. У меня такого нет на Apple Watch. Они как будто бы и по Wi-Fi, что ли, работают. В общем, как-то так. Здесь много разных функций. В общем-то, я думаю, ничего нового в смарт-часах нету. Принимать звонки они могут. И звонить с них тоже можно. Это важно. Мне, например, эта функция очень нравится. Вот так это выглядит. Дальше посмотрим внешне. Ну, тоже ничего особенного. Вот сзади, видите, таблетка вот эта для зарядки. И вот сравнение с Apple Watch. Они более вытянутые, но как будто бы по ширине такие же. Вот я сейчас сняла бампер. Ну, вроде как бы да. Но на мужской руке, опять же, они смотрятся по-другому. Мужская рука пошире все-таки. Ну, а вот в этом конвертике, который шел в комплекте, нам выдали защитную пленку для них. Ерунда, ребят, полная. В следующей посылке забавные варежки, как пишут, из кроличьего меха. Вообще похожие, очень мягкие, прям приятные. Варежки эти интересные тем, что они, видите, тут пополам разделены. То есть можно просунуть руку, можно снять сверху, да, и что-то делать руками, если вы находитесь в этих варежках. Купила я, конечно, деткам, мы вместе с вами их покупали. У меня в телеграм-канале была ссылочка на них. Но вот удивила меня вот эта конструкция. Смотрите, мы надеваем варежку, и палец у нас получается открытый, большой палец. Ну, допустим, да, вот здесь мы снимаем, у нас там пальчики, закрываем тепло. А с большим-то, собственно, что делать во время морозов, например? Здесь вот имеется такая резиночка, которой эта варежка присоединяется к пуговке сзади, и вот так вот можно в них ходить, если тепло или что-то нужно делать руками. Но открытый большой палец, мне кажется, китайцы очень слабо представляют, какие в России зимы, и такой палец где-нибудь в минус 25 у вас отвалится сразу. Но поскольку они достаточно большие, у меня детишки просто пальчик этот убирает, он даже не дотягивается до этой дырочки. Им тепло, в школе все спрашивают, мы где такие взяли, мы тоже такие хотим. В общем, забавные, очень тепленькие, хорошенькие варежки. Внутри, посмотрите, здесь тоже мех. Они действительно греют, да, без проблем. Ну вот, да, с большим пальцем, честно говоря, какой-то косяк. Едем дальше.
И в этой посылке в сборной у меня два товара. Начнем с этого. Это самоклеющиеся прозрачные крючки. Ну, я думаю, я их не раз показывала и брала я их тоже не раз. Они мне очень нравятся. Они здорово держатся, то есть действительно не отлипают. И вот для всяких мелких вещей прям вещь незаменимая. Посмотрите, здесь вот клейкая сторона. Просто приклеиваем, и вот у вас крючочек. У меня много чего висит на них. Ничего не оторвалось, все замечательно. А вот эта штука в середине пластиковая. Вот, например, моя куча наушников висит спокойно и никуда не девается. А эту пластиковую штуку можно, кстати, саморезом приделать, если вдруг она отвалилась. Я так тоже делала на даче. А следующая посылочка маникюрная, но я не буду уносить в отдельный блок, потому что она, собственно, одна и товарчик один, поэтому покажу здесь. Вот эти блестки, я так поняла, это подарок от продавца, а это гель от Codies. Я так поняла, что это реплика на Коди, но надо сказать, что я этой фирмы уже брала и гель-лаки. Мне очень нравятся, симпатичные, смотрятся они очень красиво. Это гель как раз укрепляющий, Battle гель. Тоже хороший, мне очень понравился. Он розовый такой, его видно, хорошо выравнивается, без проблем. Можно наращивание сделать. В общем, классный. Номер, вот вы видите на экране, это нюдовый розовый цвет. Сейчас они поменяли, то есть они у них не фиолетовые, а какие-то бело-голубые. То есть дизайн флакончиков поменялся, по ссылочке увидите. А это, видимо, подарок от продавца. Спасибо большое. Типа битое стекло. В общем, для дизайна ногтей. А в этой посылочке мне пришли два силиконовых чехла на наушники Tron Smart для моих детей. Я им обоим купила такие наушники, но надо сказать, что эти чехлы пропали из продажи, кстати, давно. И я спрашивала продавца прям магазина самого Tron Smart, собственно, где чехлы. Они сказали, что почему-то перестали их производить. Наушники до сих пор есть, а вот чехлы не производят. Не знаю, почему, что случилось. Вот они сами наушнички, черные сына, белые дочки. Здесь все хорошо, такие чехлы нужны, потому что все-таки сами вот эти боксы, они царапаются сильно. Ну а на наушники Tron Smart я вам ссылочку оставила на сами наушники. Они хорошие, я не раз уже вам про них говорила, показывала. Вот. Но чехлов вот, к сожалению, нет. Может быть, вам удастся найти. Я пыталась, у меня тоже ничего не получилось. Видно даже индикацию через них. Хорошие. Очень странно. Ну, а эта посылочка опять относится к умному дому. Я в прошлый раз вам показывала, как я его собираю. Это умный Wi-Fi термометр. Именно Wi-Fi, обратите внимание, там есть два варианта у продавца. Значит, здесь у нас маленькая такая инструкция с QR-кодом, работает через приложение Smart Life. Собственно, через него я и все остальное тоже подключаю и управляю. Вот он, 356 рублей всего стоит, но штука удобная. Это у нас ключ, сейчас я вам покажу для чего. Ну, а это чтобы его приклеить куда-то, то есть специальный двусторонний такой, ну, типа скотч. Вот здесь у нас батарейки. Работает он от двух батареек 3А, мизинчиковых. Сейчас мы вставим, и я вам покажу, как это все дело выглядит. А вот здесь у нас как раз есть кнопочка Reset. Это перезагрузка, если вдруг что-то случилось. Как раз вот этот ключ для этой кнопочки и нужен. Вставляем батареечки и подключаем через приложение. И на удаленке вы можете смотреть, какая температура, например, в доме на даче. Вот у меня, посмотрите, здесь температура дача написана. И я вот сейчас в реальном времени, я дома в Москве, а на даче смотрю температуру 3,7 градусов сейчас в доме. Можно смотреть за месяц, вот эти пики, то, что мы приезжали и прогревали дом. Можно смотреть за год, можно смотреть за день. В общем, вся необходимая информация. Помимо температуры, он также показывает и влажность. Очень классная, удобная штука. А этот товар я заказывала специально для мужа. У него хронически все время выходят из строя вот эти гнезда для зарядки.
потому что забивается все пылью. В общем, для того, чтобы это предотвратить, я ему заказала вот такие заглушки на саму вот эту вот, где идет зарядка, и для отверстия наушников. Вот так все быстро и просто вставляем, и, надеюсь, не будет такой проблемы. Продавец молодец, упаковал все в маленькую пластиковую баночку. Очень приятно. Ну, а эту посылочку вы тоже видели. Я вам бросала ссылочки в телеграм-канал. Здесь повязки на голову. В прошлый раз у нас были широкие, а теперь я набрала много разных цветных узких повязок. Для дочки, ну и для себя тоже. По 30 рублей они были. Мы с вами откроем одну, посмотрим. Повязки хорошие, эластичные, для занятий спортом, для украшения. В общем, кому для чего. Прошиты они хорошо, тут ниточка торчит, ее можно отрезать. Ну, в принципе, сделаны хорошо и качественно. Поэтому я набрала разных красивых. Кому надо, берите. А вот эта посылка меня удивила. Я заказала чехол себе на iPhone 11 прозрачный. Он у меня сам по себе очень красивый, и я не хочу его закрывать чехлами, поэтому беру прозрачный. Заказала один, а продавец прислал мне три. Но мне нужно было два, я заказала как бы еще второй, вот он, один пришел, и в итоге у меня четыре. Наверное, ошибся. Ну что ж, спасибо, мне надолго хватит. Такие чехлы удобные, посмотрим их. Единственное, что почему-то даже на 11 они делают его квадратным, хотя 11 такой обтекаемой формы телефон. Вот посмотрите, мой прошлый чехол, они, к сожалению, все желтеют, все абсолютно, и вот приходится покупать новые. Здесь как раз, вот он, видите, такой кругленький, ну а здесь квадрат, как iPhone 12. Ну, в общем-то, не суть, теперь у меня есть целых 4 чехла, и у меня большой запас на будущее. Приятно. Не знаю, может быть, хотел подарок сделать. Ну, а поскольку я вам уже сообщила, что эти пленки на часы, которые я подарила мужу, фигня, мы купили ему бампер. Здесь бампер идет со стеклом, у меня вот без стекла, и я намеренно беру без стекла бамперы, потому что, когда ковыряешься в воде, а они водонепроницаемые, то вода все равно попадает под этот бампер, нужно снимать, прочищать. В общем, мне не нравится. Ну вот, муж покупает такие, ему они, в принципе, его устраивают, да, тоже что-то забивается. Ну, можно почистить и снова надеть. Хороший бампер, а здесь, видимо, нам салфеточку дали. Я не нашла, где я его покупала, поэтому вот сейчас цена, это которая сейчас вот вам показалась. А это у меня тоже двойная посылочка, и вот это прям очень нужная мне вещь. Это набор зарядных устройств, универсальный, то есть здесь можно найти для ноутбука, для телефона, то есть один у нас получается провод и вот эти вот насадки. Я уже замучилась искать и для своей электронной книги старенькой, сейчас у меня уже другая, вот этот вот, например. Здесь есть и Type-C, и micro-USB, и вот такие для ноутбуков, планшетов и тому подобных вещей. Для меня это оказалось просто очень нужная вещь. Ну и как это делается? Вот мы снимаем нужный, сюда мы присоединяем, и здесь с другой стороны, собственно, USB. Вставляем в любой адаптер, и все прекрасно работает. С помощью моего нового пауэрбанка мы сейчас проверим. Я взяла Type-C для телефона. Ну вот, смотрите, все прекрасно работает. Так нравится мне эта анимация, прям классная. И вот, собственно, вот этот вход, который я искала долго, такой шнур. Этой книжке, наверное, уже лет 20, но она работает исправно. И посмотрите, все заряжается. Очень удобная вещь. У кого много разных гаджетов, я прям советую. И стоит недорого. Ну а в этой посылочке пришли бусинки. Оп, разрезала случайно. Бусинки для рукоделия для моей дочки. Здесь у нас бусинки с русским алфавитом, что важно, разных цветов.
Они могут делать и имена друг друга, дарить друг другу эти, что они там плетут, браслеты разные, колечки. Это сердечки, клубнички. Ну и здесь тоже черные, вот они как будто должны светиться, тут металлические, вот черные. И светящиеся я ей тоже брала, не пойму, где они, записи я что-то не нашла, может быть, в будущем найду. Светятся в темноте тоже с русским алфавитом. Ссылочку я вам оставила и на эти, и на тех, что светятся в темноте. В общем-то, по 100 штук здесь в наборе, хорошие классные бусины. Ну а на сегодня у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите колокольчик, и вы не пропустите следующую распаковку с Wildberries. Также я вас приглашаю на свой второй канал «Читаем ушами». Там я начитываю аудиокниги для взрослых и детей. Ну а вам я желаю удачных и выгодных покупок. Будьте внимательны, смотрите цены и акции. И всего вам хорошего!